Музей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета готовится встретить свой первый Новый год. Напомним, что самый молодой музей университета открылся совсем недавно, 1 декабря, в день рождения великого ученого-математика. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы снова в музее Николая Ивановича Лобачевского. В честь предстоящего Нового года сотрудники музея достали из архива письмо Николая Лобачевского, которое было адресовано Мусину Пушкину. В Новый год принято дарить подарки и поздравлять родных, близких и знакомых. Одно из таких поздравительных писем написал Николай Иванович Лобачевский к Михаилу Николаевичу Мусину Пушкину. Михаил Николаевич Мусин-Пушкин был попечителем Казанского учебного округа с 1827 по 1845 год. Приходился двоюродным братом супруги Лобачевского Варваре Алексеевне. Тесное сотрудничество Лобачевского и Мусина-Пушкина позволило университету добиться значительных высот. Итак, не усомнитесь в искренности моих желаний на Новый год. И будьте уверены в моем отличном к вам уважении и совершенной преданности, с которыми поставляю себе за честь называться вашего превосходительства покорнейшим слугою. Ректор университета Николай Лобачевский. Редакция «Универньюз» присоединяется к сотрудникам музея имени Николая Лобачевского и поздравляет вас с наступающим Новым годом. Олег Ашин, Светлана Фролова, Мария Чуракова, Ленардо Влетьяров, «Универньюз».